Сиесток! Всем привет! Вы на канале Будапешки. Меня зовут Евгения Кири. И сегодня мы гуляем в ботаническом саду Будапешта. Укройтесь от палящего венгерского солнца в душевном оазисе 8-го района Будапешта в ботаническом саду Фивескерт Ялте. В этом году ему исполняется, кстати, целых 250 лет. В 18 веке изучение ботаники было тесно связано с медициной, поэтому первый ботанический сад Венгрии появился на базе медицинского факультета университета имени Лоранда Ötvöse. Сегодня на 3 гектарах сада представлено более 8000 различных видов растений, среди которых коллекция из 200 видов кактусов. Бонсаи, ананасовые деревья, черная акация, сакура, бамбук и представительная пальмовая оранжерея. Ботанический сад открыт с 9 до 17 часов ежедневно. Входной билет стоит 1200 форинтов. 300 форинтов придется доплатить, если вы хотите устроить фотосессию на территории ботанического сада. Но это для фотосессий сложнее, чем фотосессия на телефон. 15 тысяч форинтов нужно заплатить, если вы хотите свадебную фотосессию, тогда билет будет распространяться на 4 человек. К сожалению, оплата только наличными, поэтому не забудьте подготовить местную валюту форинты. Маска не обязательно. Карта привитого, которая довольно важна сейчас в Венгрии, для посещения ботанического сада Фивескерт Ялте тоже не нужна. Обязательно заложите на посещение ботанического сада 2-3 часа. Хотя, конечно, если на улице плюс 35, то можно провести там весь день. Обратите внимание, в апреле у нас цветет сакура, а в октябре, в ноябре золотая осень. Обязательно приезжайте в Будапешт. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца и до новых встреч. Viszontlátásra!